Всем привет! И снова предлагаюсь вместе со мной делать украшения из бумаги к Новому году. Сегодня я покажу, как сделать вот такую объемную красивую снежинку из бумаги. Понадобится лист бумаги, формат А4 я беру, любого цвета, цвет вы выбираете, можно делать из белой. Нитки понадобятся, соответственно, ножницы, клеевой пистолет и серединка для украшений. Я приготовила вот такие пуговицы, смайлики. Я покупала на AliExpress. Можно вот такой декор снежинок, можно бусинку туда, ну то есть уже фантазируйте сами. Итак, берем лист бумаги, складываем пополам. Давайте, чтобы видно было, вот край-край ровненько складывайте. Складываем еще раз пополам. Дальше складываем к серединке один край. И сюда к серединке второй край. Вот так у нас получилось. Складываем пополам теперь нашу полоску. Вот так. Здесь хорошо прижимаем пальчиками. И теперь, вот там, где у нас серединка, да, где мы согнули вот серединочку, с самой серединки вот здесь мы оставляем примерно 0,5 сантиметра. 5-7 миллиметров примерно. И от краев вот так отрезаем уголки с одной стороны. То же самое с другой стороны. Вот так. Дальше переворачиваем на эту сторону. И одну часть, вот эту, к примеру, да, мы отрезаем. Ну, примерно на 2,5-3 сантиметра на глаз. То есть укорачиваем. Это у нас половинка, видите, длиннее остается полоска, а здесь короче. Точно так же, как там, мы здесь тоже убираем уголки. Вот так. Точно так же уголки мы делаем и вверху, на длиннее части. Вот так. Теперь по этим всем полоскам мы разрезаем. Можно вообще развернуть и каждую отдельно. Можно вот как пополам, оно отлично все складывается и сразу две получается, можно отрезать полоски. Вот такие полосочки у нас получились. Теперь складываем их. Берем одну. Смотрите, эта сторона длиннее, эта короче. Теперь следующую складываем. Там, где короче, там ставим длиннее, а там, где длиннее, вот у нас короче сторона. И так чередуем. Теперь снова здесь вверху вот была короткая, длинная. Теперь снова сюда короткую. Вот так складываем. И так все полоски. Теперь здесь по серединке завязываем ниткой. Нитку я стараюсь брать того же цвета, но если вы возьмете другого, вдруг не оказалось примерно такого же цвета, ничего страшного, так как серединку все равно заклеим какой-нибудь пуговицей либо снежинкой. Завязываем. Теперь берем клеевой карандаш. Край смазываем клеем.
И делаем загиб вот к серединке. Вот так. Следующую. Точно так же. К серединке. И так все полоски. А вот у нас такая будущая снежинка, что-то похожее, да, получилось. Дальше. Теперь эти все стороны разрезаем на полосочки. Вот, делаем надрезы, вот две полоски, два надреза. Примерно 2-2,5 сантиметра. Чтобы были они одинаковые, вы можете карандашом, к примеру, пометить на ножницах, нарисовать или маркером полоску, и до этой полоски, например, делать надрезы, чтобы они все были одинаковые. Вот так. Вот. Получается у нас 3 одинаковые примерно части. И так все эти полоски разрезаем вот так на 3. Разрезали. Дальше берем, начинаем с любой из частей. Вот наши надрезы. Средний мы оставляем, а боковые выгибаем вот в бок. Смотрите, вот как бы вот так. То есть выворачиваем и придавливаем здесь пальчиком. Точно так же эту сторону, вот так, беру пальчиком и в сторону, вот сюда, в бок, и прижимаю, вот. И так делаем со всеми лепестками. Пальчиками в сторону и прижимаем здесь. Итак, согнули все боковые вот стороны, и в итоге у нас получилась вот такая красивая пушистая снежинка. Дальше закроем серединку, вот некрасиво, да, ниточка осталась. Я взяла такие пуговицы, смайлики. Кстати, ссылочку оставлю в описании, на Алиэкспрессе покупала. Берем клеевой пистолет, я уже нагрела, и приклеиваем. Так. Вот так. И с другой стороны. Вот такая красивая снежинка у нас получилась, веселая, улыбающаяся. Вот. Надеюсь, вам было понятно. Делайте тоже, украшайте свои дома, свои рабочие места, чтобы было везде все красиво, все делается очень просто. Всем спасибо, пока-пока, с наступающими праздниками всех!